Я рада вітати вас в студії прямого ефіру телеканалу «Миколаїв». Це розмова на тему, якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. А це тема нашої сьогоднішньої розмови – що є реформація і як вона впливає на суспільство. В серпні 2016 року президент України підписав указ про відзначення в Україні 500-річчя реформації. І саме про це ми зараз і поговоримо з нашими сьогоднішніми гостями, яких я вам, друзі, з задоволенням представляю. Голова Миколаївського оргкомітету зі святкування 500-річчя реформації Віталій Чернозуб, керівник юридичного відділу оргкомітету Р-500 Павло Шульга і пастор, заступник голови оргкомітету Дмитро Поправкін. Друзья мои, здравствуйте. Спасибо, что вы приехали к нам в студию. Сегодня у нас такая интересная тема – реформация и как она действует на всех живущих в нашем, и не только в нашем, а вообще в обществе на Земле. Правильно? Я могу? Да, влияние ее на общество, все сферы жизни человека. Вот. И я думаю, телезрители, что сейчас мы с вами узнаем, что такое реформация. Виталий, я думаю, что вам мы предоставим первому слово. Вы у нас такой боец, да? Самый первый открываете. Будьте добры. Итак, о реформации. Вот что это такое реформация? Смотрите, прежде чем говорить вообще о реформации, то хотелось бы изначально посмотреть, вот что происходило вот тогда, 500 лет назад, когда она начиналась. Потому что именно 500 лет назад, в Средневековье, Европа, она переживала очень тяжелые времена. Времена, когда, к сожалению, церковь, она утратила духовные ценности. И вообще само слово «реформация», она означает как преобразование, исправление. И на тот период, когда церковь должна была нести свет людям, когда церковь должна была рассказывать о духовных истинах, это было утрачено. Это было заменено всем чем угодно. Люди начали просто пропадать в обрядах, в традициях. Для них это стало главным. Вот то слово живого Бога, оно было остановлено, оно было поставлено на второе место, и многие люди просто его не знали. И, конечно же, реформация тогда она была необходима, потому что церковь, римско-католическая церковь, она потеряла вот ту ценность, которую она должна была нести людям, рассказывая им о живом Боге. И, к сожалению, именно в тот период, в тот момент люди говорили о том, что духовенство, оно имеет право прощать грехи, хотя это непосредственно всегда было прерогативой Бога, только лишь Бог прощает грехи людей. Эта проблема была тогда, когда духовенство сказало, что папа, он является посредником между Богом и человеком, хотя, опять же, единственным посредником всегда был и является это Иисус Христос, который пришел на землю, который дал людям спасение, который людям подарил жизнь вечную благодаря их вере, и это было утрачено. Было утрачено также плюс ко всему то, что люди начали покупать спасение за деньги. Была предложена индульгенция. И это было такой, знаете, весомой каплей в сердцах людей. Почему? Потому что где-то внутри совести люди понимали, что это неправильно, что так не должно было быть. И слава Богу, то, что появились такие люди, как Мартин Лютер, как Жан Кальвин, Цвингли, которые поднялись и могли противостоять вот той силовой структуре, которая была в то время. И они со всем старанием, со всей любовью постарались людям донести вот эти духовные ценности, обращая их внимание на то, что в действительности сам Господь Бог, Он дал возможность каждому человеку иметь спасение по вере, что Библия, Слово Божие, Священное Писание – это достояние каждого человека. Это не только прерогатива священников или священнослужителей, что это достояние любого человека. И было очень приложено очень много, массу усилий для того, чтобы простые люди могли читать Слово Божие на понятном им языке. И
Если говорить о реформации, то, конечно же, это преобразование, преобразование церкви, преобразование сердца, это возвращение к тем первоначальным истокам, которые были заложены в христианстве. И поэтому реформация – это одна хорошая возможность еще раз нам вспомнить о том, что есть наш великий всемогущий Бог, который протягивает руку помощи, как и тогда, так и сегодня. И у нас есть видеосюжет. Виталий, вы не против, если мы покажем сейчас? Татьяна Михайловна, наш режиссер, Татьяна Михайловна Колесниченко. Татьяна Михайловна, я хочу вас попросить, чтобы вы предложили телезрителям видеосюжет, который дополняет то, что сказал сейчас Виталий. Часи середньовічної ночі добігали свого кінця. Але найтемніший час – перед світанком. Світ кипів війнами. Яничари ущен спустошують Дамаск. Триває Урбінська війна. Англійці виборюють власність на землю. Датська держава втрачає керманичів. На міських площах продають індульгенції. Європа потерпає від розбрату та ворожнечі. На святкову месу напередодні свята всіх святих до Віттенбергу віряни збираються майже зі всієї Саксонії. Князі, барони, городяни, студенти, жебраки в єдиному смиренні чекають своєї черги на сповідь та папську індульгенцію, яка гарантує прощення гріхів живому або мертвому. Нам вон піднявся монах в поношеному чернечому вбранні. Істинний скарб церкви. Це Пресвятая Євангелія про славу і благодать Бога, яку Бог явив на Христі. Ніякого апостольського посередництва між Богом і людиною бути не повинно. Якщо ви купуєте власне прощення за гроші, тоді ж в чому сенс вашого каяття? Сола скриптура. В кінці проповіді Мартін зачитав тези, спустився з амвона і прибив рукописні листи до воріт костьолу. Якщо хтось може спростувати те, що тут написано, я запрошую його до дискусії тут, у Віттенберзі, або в будь-якому місті Священної Римської імперії німецької нації, проголосив він і повернувся на своє місце. Але серця сотень людей були схвильовані почутими словами. 95 тез сколихнули Віттенберг, а потім і вся Німеччина заговорила про реформацію. Итак, друзья, мы с вами окунулись немножечко в историю, прониклись историческими событиями, которые происходили 500 лет назад, и возвращаемся в день сегодняшний. И хотелось бы узнать, наверное, Павел, может быть, вы нам скажете, реформация, которая продолжает свое шествие и влияние на общество, конечно, оно влияет на все сферы общества, и в том числе, наверное, может быть, даже и на науку, как вы думаете? Да, однозначно. Реформация, точнее, эпоха Возрождения непосредственно связана с реформацией. И в этот период, когда реформация набирает свои обороты, в мире науки происходят просто уникальные вещи. Люди, которые еще вчера не умели читать, писать, получают на родном языке Священное Писание, Библию, открывают ее, изучают, назовем так, вначале буквы, а после уже начинают ее изучать, читать глубже, и открывают для себя удивительный мир науки именно в Библии, потому что ученые, прежде всего, они полагались, открывая те или иные сферы жизни людей, науку как таковую, они смотрели на природу. В Библии они видели Творца этого всего, и именно это побуждало их вникать более глубже. Глядя на природу, они находили в ней особые процессы, и появлялась наука, биология. Изучая человека, они восхищались, насколько удивительно и уникально устроен сотворенный Богом человек, и появляется такая наука, как анатомия. И многое-многое другое. Можно отметить искусство, которое в то время просто
начало восхищать людей, люди писали картины, живопись, да, люди писали картины, взирая на красоту, опять же, творения, и передать таким образом на холсте, в картине вот эту красоту, конечно же, она не была один в один, но старание, стремление, и цель была одна в сердце каждого из них, и художников реформации, и ученых. Вновь и вновь повторюсь, это прославить Бога. Они видели в этом Его любящую руку, Его красоту, Его величие. И именно с этим подходом они трудились. Вот если вернуться к вашему началу вашего разговора о том, что именно люди получили возможность читать Библию, насколько я поняла, что Библия – это не столько духовный труд, сколько это научный труд. Абсолютно верно. Если на сегодняшний день читать исторические книги, мы увидим, что многие ученые, многие живописцы, описывая те или иные периоды своей жизни, они говорили о великом вдохновении свыше и вдохновении Священного Писания. Именно там они, то, что сегодня называют музой, и она должна как-то появиться, они находили это святое вдохновение там и творили так, что до сегодняшнего дня все мы восхищаемся этим, и просто нет слов. Если вы не возражаете, у нас есть видеосюжет о влиянии реформации на науку. Татьяна Михайловна, будьте добры. Конечно. Покажите нам, пожалуйста, этот видеосюжет. Реформація дала поштовх до формування багатьом новим дисциплінам, зокрема педагогіці. Ян Амос Коменський, проповідник і вчитель, пропонував давати стільки знань, скільки учень може зрозуміти. Німецький вчений Йоганн Кеплер відкрив три закони обертання планет навколо Сонця. Німецький ботанік Фукс дав науці найбільш повну та систематизовану ботанічну номенклатуру. Англійський філософ Френсіс Бекон, який вважав за необхідне повернути панування людини над природою, став одним з основоположників методу наукового експерименту. Ідеї, що виникли з читання Слова Божого, надихали математика Готфріда Лейбніца і фізика Ісаака Ньютона. Итак, друзья, мы сейчас из этого видеосюжета увидели много научных лиц, которые творили в науке. Но есть еще одна область – это экономика, да, Павел? Да, здесь Михаил. Хотелось бы вновь вернуться в историю. И был период в XVI веке, убегая из Франции во времена гонений, всем нам известная Варфоломеевская ночь, вот после ужаса этой ночи, гугеноты, так называли реформаторов Франции, они убегают в Швейцарию и становятся родоначальниками часовой промышленности. Сегодня весь мир восхищается прекрасными швейцарскими часами, которые считаются самыми точными. Вот, и, ну, не только швейцарскими не часами, то, да, но да. И образом жизни, и уровнем вот, жизни. Да, именно об этом я хочу сказать, что когда гугеноты приходят в Швейцарию, они показывают абсолютно другой уровень жизни. Опять же, черпая принципы Священного Писания из Закона Божьего, их взаимоотношения, их принципы постановления партнерских взаимоотношений и бизнеса, то, что мы сегодня называем, это была честность, это была открытость, это было старание, потому что они действовали по принципу, который записан в Священном Писании, как все, что не делаешь, делай от души, как для Бога, а не для человека. То есть для них это было особое служение, особое посвящение себя в деле для Бога. И поэтому, естественно, все, что производилось, все те отношения, которые строились, были просто, ну, просто восхищали людей и не желали сотрудничать. Я хотел здесь дополнить, что принципы реформации, которые взяты из Библии, они коснулись сердца человека. Люди относились к своей работе как к месту, где они прославляют Бога. То есть люди не занимались тем, чтобы кого-то обхитрить, или они не планировали там что-то украсть, потому что они понимали, что они ходят пред Богом, Бог реально присутствует в их жизни, и все, что они делают, это делают для Господа самым лучшим образом.
И если даже дома или на работе что-то человек делал, то он руководствовался принципами Библии. Все, что делаешь, делай как для самого лучшего твоего друга, Господа. Делай, что для жены, делай как для Господа. Делай, что для мужа, делай как для Господа. Делай, что для начальника, делай как для Господа. Делай, что для подчиненного, делай как для Господа. И вот этот принцип очень сильно повлиял на развитие экономики. Она просто возродилась в таком стремительном темпе, не то что возродилась, она развилась настолько, что произвело к становлению многих европейских стран. Да, 18... и не только Швейцарии. Да, в 18 веке Голландия достигает пика экономики, расцвета экономики. Петр I, посещая Голландию, был просто восхищен. Диссентеры, так называли тех людей, борьба за чистоту, они точно так же вот в этих взаимоотношениях экономических, торговых и так далее, своей посвященностью своему делу, своим профессионализмом. Люди старались достичь пика профессионализма. Они понимали, что потенциал, который они это видели в Священном Писании, так Бог в Священном Писании говорит о человеке. Он говорит, что ты мое самое прекрасное творение. В тебе заложены великий потенциал и возможности. И понимая, видя это в Библии, люди верою принимали это, и действовали, действуя, видели, что это правда, и утверждались в том, что то, что написано там, это правда. Потому что сферы их жизни развивались, становились лучше и многое-многое другое. И у нас есть видеосюжет, если вы не возражаете, давайте посмотрим. Я хочу попросить снова нашего режиссера Татьяну Михайловну Колесниченко. Татьяна Михайловна, покажите нам, пожалуйста, как реформация влияет на экономику. Феноменальна історія Сполучених Штатів Америки нерозривно пов'язана з діяльністю євангельських місіонерів. Формування ринкової економіки почалося з реформістського принципу, протестантської етики, сприйняття своєї професії як виконання місії перед Богом і людьми призвело до зобов'язання досягати найкращих економічних результатів, а також формувало тверезих, сумлінних, надзвичайно працелюбних робітників, що сильно вплинуло на розквіт економіки. Такий підхід до роботи став основою сьогоднішнього добробуту західної цивілізації. Друзі мої, от знову ми побачили сюжет, як реформація впливає на економіку. Ну, господа, знаєте, не создается ли впечатление, как некого такого, ну, слишком уже все хорошо, а когда слишком хорошо, то это уже и не совсем. Да, вот возникает подозрение такое, нет ли подвоха какого-то, когда слишком хорошо? Мы говорим сейчас о историческом событии. И вот на протяжении 5 веков, которые прошли после реформации, мы только видим результаты влияния реформации. Видите ли, здесь надо учитывать, что общество, на которое влияла реформация, в нем всегда были люди, которые поддерживали эти принципы библейские, и те, которые не поддерживали. И общество всегда развивалось, ну, можно сказать, в двух направлениях – и добром, и недобром, в зависимости от того, кто представлял интересы страны, руководства в самом высоком его положении. Поэтому, если говорить о самом реформе, реформации, то она имеет колоссальное положительное только влияние, потому что она обращает на вечные, неизменные принципы. Первый принцип – возлюби Бога всем сердцем, всем умом и помышлением, и всей душой твоей. И второй принцип – ближнего твоего, как самого себя. Вот на этом принципе он основан и закон Божий. И поэтому в основу реформации легло самое главное – любовь к Богу и ближнему, и жизни пред лицом Богом, как будто ты живешь в Его присутствии. Поэтому реформация могла дать только самое положительное. Но мы знаем о протесте немецких князей в XVI веке. Они взяли идею реформации – и используя ее в целях политики. И вот этот момент такой, как мы можем сказать, что взяли доброе и использовали в своих корыстных целях.
Вот это тоже исторический опыт, который надо учитывать. Но сама реформация – это лучшее, что могло произойти в Европе в темное средневековье. Ну, как странно, да? Даже, казалось бы, реформация, которая направлена на то, чтобы и жизнь улучшалась, и сердца очищались, и даже здесь вмешиваются, к сожалению, как это сейчас говорят, людской, человеческий фактор, да? Который может извратить даже самую светлую идею. Тогда должны быть какие-то элементы, чтобы защищать свои светлые вот эти идеи, постулаты. Есть такие рычаги? Ну, вот касаясь экономики, о чем хотелось бы еще сказать, это Конституция Соединенных Штатов Америки. Может быть, Павел, ты как юридический наш представитель больше... Буквально, да, два слова скажу, что до сегодняшнего дня... Нет ни одной страны, в которой бы для того, чтобы внести какую-то поправку в Конституцию, о чем это говорит, насколько это было твердо, насколько это было продумано и благословлено. Тут я считаю, что только Божье вмешательство, что до сегодняшнего дня она неизменна практически. То есть основные постулаты заложены, они во имя человека, во имя его блага. И для того, чтобы все были равными. Я хотел бы еще два слова сказать. Пуритане в Англии борются против того, чтобы реформаторы, видя несправедливость классов, кто-то богатый и все имеет, кто-то нищий и вообще ничего. И там было различие очень сильное. Люди умирали на улицах, дети оставались одни и также погибали от голода. И пуритане борются и добиваются, под Божьим благословением, добиваются того, чтобы был принят на государственном уровне закон о том, что государство несет ответственность за материальное положение всех слоев и уравнивает. И благодаря этому появляются и дома милосердия, и меценатство как понятие, и многие-многие другие больницы и тому подобное. То есть государство вот... запрещает быть беднякам бедными. Абсолютно, да? Верно. Боже, какое чудесное государство, абсолютно, когда запрещать, верно. Вот чтобы у нас тоже запретили, чтобы не было бедных. Было бы здорово. У нас мало времени, но у нас есть еще один видеосюжет. Дмитрий, предварите его несколькими словами. Да, это сюжет, который касается статистики протестантизма или протестантской реформации в современном мире, а также какое количество христиан и что из себя представляет христианство в современном мире. Вот об этом, именно распространение христианской религии и что входит в христианство. Вот, давайте посмотрим, да, телезрители, давайте посмотрим. Татьяна Михайловна, запускайте. Населення Землі становить більше 7 мільярдів осіб. Кожен третій на планеті – християнин. Більше половини – католики, 35% – протестанти і 12% – православні. Християнство є єдиною релігією, прихильники якої мешкають у всіх 232 країнах світу. У 92 країнах світу протестантизм є найбільшим напрямом християнства. В 49 країнах протестанти складають більшість населення. В світі понад 800 мільйонів протестантів, а це 12% всього світового населення. Вот у нас еще остается одна минутка до конца эфира. Я бы хотела, чтобы мы подытожили все сказанное, потому конечно. Что, конечно, 500 лет и 26 минут эфира – это да, немножечко такие разные вещи. И все-таки я думаю, что мы главное сказали, но резюме, будьте добры. Дмитрий. Ну, реформация повернула людей к Слову Божию, к библейским принципам жизни – любить Бога и ближнего. А также все делать как для Господа. Это основное. И в 17 году мы хотели бы, чтобы все люди узнали о принципах реформации, которые отражены в Библии, и начали ими руководствоваться. Павел, будьте добры. Я хотел бы сказать о том, что можно принимать любые законы,
Но самое главное – это то, как каждый из нас к ним относится, и лично от каждого из нас зависит, будет что-то ли меняться, будет ли что-то реформироваться в нашей жизни и в жизни нашей страны, нашего общества, нашей семьи прежде всего. Знаете, хотелось бы сказать также, что невозможно делать реформацию, если реформация не произойдет в сердце. И если мы не начнем с себя, если мы не начнем это делать лично в своей жизни, то мы не добьемся успехов. Поэтому хотелось, чтобы в этом 17-м году мы дали вот такой хороший толчок каждому человеку, показать, что мы можем в нашей стране, в нашем городе добиться успехов. И это благополучие, этот успех зависим только лишь благодаря тому, что мы будем сотрудничать с самим Богом, который протягивает к нам руку помощи. Да, друзья мои, спасибо вам большое, что вы пришли. Мы поговорили о 500-летии реформации. Друзья мои, ну и как вы поняли, что все зависит, конечно, все в наших руках и в ваших телезрителей тоже. Це була розмова на тему. На все добре.